Еще перед Новым годом на спортивной площадке школы номер 9 был дан старт зимним видам спорта. Погода тогда была совсем не зимняя, поэтому праздник получился не таким ярким, как обычно. Чтобы настроение школяров немного приподнялось, для них организовали спортивные состязания на территории школы. А после Нового года на стадионе «Торпедо» состоялось торжественное открытие турнира по хоккею среди школьных команд «Золотая шайба». В мероприятии приняли участие руководители районной администрации, спортивных учреждений и хоккеисты. Они поздравили ребят и пожелали им честной и острой борьбы без травм. В этом году в турнире «Золотая шайба» принимают участие 70 команд со всего Дмитровского района. Турнир проводится в двух возрастных категориях – 2005 и 2006 годов рождения, а также 2007 и 2008. Младшие школьники уже провели первые встречи на ледовых площадках Дмитрова, Яхромы, Деденева, Новосенькова и Икши. Сильнейшие команды сыграли во втором туре уже сегодня. Старшие школьники начнут играть в понедельник. На 10 февраля этого года запланирован финальный турнир «Золотая шайба», который по традиции проводится в Ледовом дворце. В этот день благодарственными письмами главы за подготовку ледовых площадок в Дмитрове были награждены сотрудники муниципального учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» Герман Дорофеев, Виктор Фатеров и Роман Шевчик. Воспитанницы секции фигурного катания спортивного комплекса «Дмитров» выступили со своими программами под бурные аплодисменты зрителей. Хоккеисты спортивного комплекса «Дмитров» 2005 года рождения провели мастер-класс для юных участников «Золотой шайбы». Далее заместитель главы администрации Елена Виноградова символически вбросила шайбу, и началась игра между коллективами лицея номер 4 и школы номер 3.